Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами нарисуем весенний пейзаж. И для начала, как всегда, мы начинаем с линии горизонта. Берем простой карандаш и проводим линию горизонта. Дальше мы будем работать красками. Для этого нам понадобится гуашь. Сначала мы сделаем фон. Для этого берем белую краску. Она должна быть разведена. Хорошо, мягкая должна быть. И вот так поставим много-много-много пятнышек. Не жалеем. Хорошо-хорошо. Поставим пятнышки. Снизу ставим больше, потому что здесь у нас будет снег. Сверху можно чуть-чуть поменьше. Дальше мы с вами возьмем синюю краску и также поставим пятнышки по всему листику. Ставим пятнышки немножко внизу, маленечко. Можно взять немного ультрамарина или фиолетового, чтобы было поинтереснее, поразнообразнее и живописнее. Смотря какая холодная красочка у вас есть. Дальше мы возьмем самую большую кисть, которая у вас есть. Смочим в водичке. И по всей поверхности густо начинаем в одну сторону, в другую. Если кисть сухая, немножко смочили еще. Если она высыхает. Посмотрите, какой красивый у нас фон получается. Мы много усилий даже к этому не приложили, а небо у нас получается живописное. Так. Смотрите, даже цвета плавно из одного цвета переходят в другой. Вот. Если у вас было больше белой красочки здесь, то у вас небо будет светлее. Если больше синего, главное синее не переборщить. Так. И также переходим вниз. Немножко добавляем водички, чтобы у нас хорошо-хорошо все перешло с одного цвета в другой. Так. И до самого низа. Вот грань от линии горизонта у нас немножко размылась, потому что вдалеке, как в воздушной дымке, у нас расплывается. Сильно воды не лейте, чтобы нам можно было сразу приступить к работе. Так. Вот такая у нас основа получается. Интересно, не оставляйте белых пятен на концах. Так. Вот такая холодная голубая основа. Но весной снег у нас еще сильно не растаял. Пока у нас кисть еще так в голубой краске, мы также еще возьмем белого, пока у нас основа не высохла. Давайте белый пока добавим. Там, где у нас может лежать снег. Ну, не везде. Кое-где оставляем такой же голубой цвет. Можно сказать, пока это еще холодная-холодная зима. Ну и постепенно начинает у нас пригревать солнышко. И у нас тогда появляются проталинки. Возьмем другую кисточку. Зачерпнем коричневой краски. Разомнем обязательно в палитре. Можно смешать немного с охрой, если она у вас темная сильно. Немножко охры. И кое-где сделаем вот такие проталинки.
начинает у нас солнышко пригревать, и на нашем снеге появляются проталинки. Тоже побольше. Где-то маленькие проталинки, где-то большие. Такой красивый цвет, нежно-коричневый. Так, дальше берем кисточку потоньше и разминаем белую красочку в палитре. Мы разомнем белую. Кисточка должна быть хорошо сполоснута, чтобы у нас не оставалось предыдущей краски. Вот у меня голубая остается. Поэтому можно даже заменить кисточку, чтобы уже... Нам нужен белый, но уже не холодный, а немножко теплый. Поэтому я в белый добавлю немножко желтой краски, чтобы красочка у нас была нежно-нежно желтенькая, чтобы наш цвет отличался от холодно-белого. Итак, давайте начнем рисовать березки. На стволы березок. На первом плане пошла вверх березка. Смотрите, ствол снизу шире, кверху он становится уже. И наша березка уходит вверх. Нам не видно ее, потому что она у нас на первом плане. Где она заканчивается? Березка, которая подальше, вот у нее мы уже увидим, что березка может вот здесь закончиться, не доходя до края картины. Она вдалеке, и она уже будет меньше. Если еще дальше, смотрите, вот, в зависимости от того, где она находится от линии горизонта. Совсем маленькая. Сейчас я еще одну березку на первом плане сделаю, чтобы было поинтереснее. Вот как раз смешивается у нас предыдущий слой, и вот получается такой сложный белый цвет, очень красивый. Самое главное, воды много не лейте, чтобы было красиво и работать можно было сразу. Так, от стволов мы рисуем несколько крупных веток. Одна, вторая, третья, давайте четвертую. Здесь тоже нарисуем большие ветви. 3-4 будет вполне достаточно. И на первом плане тоже поведем веточки. Так. Эти веточки могут перекрывать сзади дерева, что будет даже интереснее. Так, пока у меня краска белая на кисточке, я сразу же намечу, где у меня будут на первом плане немного подснежников. Для этого я самым кончиком, так, я добавлю белой краски, уже чисто белый, чем белее, тем лучше, кончиком приложу три раза. 1, 2, 3. 1, 2, 3. На другом видео я обязательно покажу, как ближе нарисовать подснежники. 1, 2, 3. Мы только на самом первом плане сделаем подснежники. Дальше мы можем просто, конечно, вот такими точечками показать, что где-то там есть у нас подснежники. Больше не будем. Так, теперь мы возьмем с вами и смешаем черную краску с коричневой. Глубокого черного цвета в природе не существует, так как у нас на черный цвет влияет окружение. И вот даже если мы посмотрим на березовые пятнышки черные, будем их разглядывать, то они, конечно, больше будут темно-коричневые. И начинаем прорабатывать наши березки.
Одна березка. Начинаем снизу. Пятнышки. Так. Сначала поставим только пятнышки по всем березкам. По белым веточкам, по стволам. У основания всегда березки темненькие. Так. Можно сказать, как раз это апрель. Вот сейчас еще за окошком где-то снег лежит, но на улице уже тепло. А в некоторых местах еще, особенно если пойти в лес, то там можно еще увидеть снег. Так. И возьмем самую-самую тоненькую кисточку сейчас. Будем прорисовывать тоненькие веточки. Вот смотрите, от толстой ветки пойдут 3-4 тоненьких веточки. Рисуем самым-самым кончиком. И они уже будут темненькие веточки. Можно коричневый взять, черный. И прорабатываем. И от маленьких веточек тоже идут. Мы делаем более пушистые наши березки. Особенно нужно проработать те, которые находятся на первом плане. На заднем плане тоже добавим немножечко веточек, чтобы она была поинтересней. Так, веточки у нас в разные стороны. Тут же, если у нас мало пятнышек, добавляем пятнышки. Так. На первом плане березка. У березки еще только-только начинают проглядываться листики. Появляются сережки на березке. Сейчас мы это все нарисуем, чтобы было более правдоподобно. Так. Чтобы нарисовать сережки, например, на березке, возьмем охру, смешаем тоже с коричневым, больше охры и маленько делаем, давайте только на первом плане. В некоторых местах. На заднем плане мы уже не будем делать. Там нам сильно не видно. Можно пойти на улицу понаблюдать, какие сережки, как они выглядят. И постараться зарисовать. Работа на пленэре — это, конечно, одна из самых важных моментов у художника. Нужно выйти на улицу, и когда это возможно, конечно, либо из окна, и понаблюдать. Очень часто березки растут прямо под окном у нас. Так, и теперь самое главное, у нас начинает зеленеть. Появляется зелень. Если у вас зеленый яркий, немножко приглушите. Тоже охры его можно приглушить. Если слишком темный, то можно добавить желтого. Зелень должна быть светлая, но не яркая. По насыщенности она должна быть достаточно сдержанная. Вот намешала я такую. Тут и охры, и желтые, и зеленые все. И начну я подснежников. Добавлю листики. Немножко зелени. Вот так. В некоторых местах, не везде, сильно увлекаться травинками я не буду. Конечно, можно подрисовать еще желтые цветочки, будет у нас мати-мачеха тогда. Можно оставить только подснежники. В некоторых местах, где уже совсем-совсем потеплело,
мы сделаем травинки на заднем плане чуть-чуть. Уже дорабатываем работу по нашему усмотрению. Где-то без цветов, просто зелень у нас появилась. И на самих березках давайте добавим чуть-чуть зелень. Вот немножко темновато у меня небо получилось. Если бы у меня красочки было белой побольше, оно было посветлее. Но в зависимости от количества краски, белый, синий, тоже очень много влияет. Вот сегодня я поменяла одну белую краску на другую, потому что белая краска заканчивается быстрее всего. Ее обязательно нужно докупать. Не стараться уже гуашью рисовать без белой краски, а, конечно же, нужно купить. Но не всегда можно угадать с качеством. Вот, поэтому какая-то гуашь чистая, ярко-белая, какая-то бывает немножко более тягучая и не такой активный белый, пигмент там поменьше. Поэтому сегодня у меня небо чуть-чуть темнее получилось. У основания тоже сделаю. Много не буду делать зелени. Если я сюда добавлю, значит, конечно, хочется, если зелень, значит и коричневого чуть-чуть к этой березке. Потому что, ну, чтобы не совсем из снега росло. Так, вот такая работа у меня сегодня получилась. Всем большое спасибо, удачи!